Семья Араповых вернулась в родные стены только вчера. Пока шел ремонт, они снимали квартиру. К слову, государство не только отремонтировало их жилье, но и оплачивало съемное. Мы переехали, когда начался ремонт. Больше всего радует, что нам провели в дом отопление. Ведь раньше приходилось тратить огромные деньги на электричество. Централизованного отопления у нас не было. В квартире сейчас уютно и тепло. Нам евроремонт сделали. Как же такое не понравится? Один из главных инициаторов ремонта, Акжол Мусаралиев, начал ходить по инстанциям 2 года назад. Как говорит Аксакал, понадобилось убеждать чиновников самого разного уровня в необходимости привести дом в порядок. Я куда только не обращался, даже к Акиму области и в Нур-Отан пошел. Главное, добился ремонта. Дом нам привели в порядок. Сейчас в нашей квартире заходить приятно. Ремонт, который длился 3 месяца, обошелся бюджету в 112 миллионов тенге. На эти средства было проведено капитальное сейсмоусиление. Залит сейсмопоезд, заменены окна и двери, обновлен фасад и полностью заменена крыша. А главное, впервые за 60 лет в здании появилось централизованное отопление. Первое время, конечно, были недовольны люди, потому что здесь ремонт шел, на улице зима, не полностью высохли стены, потолки, поэтому трудности были здесь. Но сейчас уже где-то 80% жильцов уже заселились, уже живут все довольны, пока еще жалоб нет. К слову, подрядчик будет обслуживать этот дом в течение 3 лет. Такую гарантию предоставляет компания по договору с акиматом.